Напиши, чтобы я проверила и поставила отметку. Молодец, очень хорошо, да. Смелее теперь дели на такты и ритм ставь. Я уже написала диктант. Вторая пятерка есть? Последняя нота неверная. Остальное верно. И это свои слова. Не забывай. Хорошо, подожди немножечко. Маэстро, а что вы вообще говорите? Она к тебе ко мне лезет. Давайте послушаем тональность. Цвет есть. Вот это желтая луна, это синий.
Что у нас синее там? Ветер. Вечер. И ветер. И еще синее. Волна. Вот я, например, взяла бы это ре минор. А вы? Кто бы взял какую тональность? Я бы взяла ля минор. Ля минор у тебя звучит синий. Еще какую тональность? Кто придумает для синей краски? А я бы взял ре мажор. Ре мажор. Так. Я бы взял до мажор. До мажор. Смотрите, вот видите, у всех разные. И у тебя до мажор. А вот для желтого апельсина. Вот похож на желтый апельсин? Да, ну как. Похож, правда? Ты какую тональность возьмешь? Ре мажор. Опять ре мажор. Смотри, у нас синие и ре мажор было. Может быть, ты... До мажор. Фа мажор. Вы видите, что у вас... Я это почему спрашиваю? В следующий раз... То есть я мажор, вот видите, уже другая тональность. Почему я спрашиваю у тебя? Вот видишь, фа мажор. А я взял ми-бемоль мажор. Очень хорошо. Теперь слушайте, почему я вас спрашиваю в следующий раз, то есть завтра, я спрашиваю вас сочинение на эту релятивная система стара как мир. Это 13-14 век, когда мы ошарашенные вообще сидим, что люди пели 15-18 голосов. Это была релятивная система. А когда началось распространение инструментальной музыки, то ноту вот эту, звук привязали к клавише. Начала развиваться инструментальная, а люди петь стали все меньше и меньше и меньше. А сейчас люди опять хотят петь. Они не могут все время слушать музыку. Они должны быть тоже, ну, активными, что ли, исполнителями музыки. Не воспитывать на народные песни, это все равно, что не знать своего родного языка. Народная основа должна быть. Первые 2-3 года, а потом, пожалуйста, все, у них уже критерий вот этот вот остается, понимаете, вкус к народной песни. Поэтому вот я включила распев, это, который... И вот вы, если видели в первом классе, только одна с распевом, да, вот Леночка впереди, с каким она чувством пела, а остальные не могут. Да, и уже у них ничего не получается, а это с удовольствием. Мама под ручки брали, дом вели, в постельку клали. Ой, люли, 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 дом вели, в постельку клали. А сейчас мы начинаем слушать сочинение. Ну, кто же у меня первый пойдет? Кто же пойдет? Я. Мы слушаем, все слушаем Леночку. Стихотворение было «Синий вечер, синий ветер». Thank you.
ветер. Синий ветер, синий ветер. Вызовем. Яна, послушаем. Ты не можешь нам сказать, в какой ты тональности сочинил? В ля миноре. В ля миноре. И про синее, и про желтое, да? Играй, пожалуйста. Это всегда бывает, что-то хорошо, а что-то еще не получается. У вас все впереди. А вы обратили внимание, у Димы просто настоящее море, как он играл. То-то-то-то-то-то. Правда, как будто волны чуть-чуть колыхались тоже. А у Павлуши было веселое произведение, правда? Очень близкое к каким песням? К эстрадным песням. Веселая песенка. Вот и все. А вы обратили внимание, сколько у Яны красок было, правда? А Марина не захотела. И у нее только желтый, наверное, потому что у тебя желтое платьице, да? А теперь скажите, ведь синий бывает разный, правда? Бывает темно-синий, бывает даже страшный какой-то. А какой это был синий цвет? Страшный или нет? А? Почти голубой, да? Чуть-чуть темнее голубого. Может быть, споем? Кем ты хочешь быть, Дмитрий? Я хочу быть шофером. Я пойду в школу в этом году. Я буду лечить людей. У меня есть маленькая сестренка, ее зовут Любашечка. Только пятый месяц. Я мечтаю, чтобы я был сильным и смелым, и чтоб меня все любили. Кого ты любишь больше всех? Мишу Горского. А кто такой Миша Горский? Он мальчик. Он очень хороший мальчик.
у нас с ним никогда не было ссоров. Один хочет сочинять, а другой, наоборот, хочет играть, а третий хочет топать и хлопать, а четвертый дирижером только хочет быть. Радостно бегут, потому что они чувствуют себя созидателем вот этой вот музыки. Вы же знаете, как сейчас очень часто повторяют это слова, только, по-моему, бестолку, что надо научить детей творить, чтобы они не вытворяли. Понимаете? Вот если вот он научится творить, это человек, это состоявшийся человек, он гордый идет на урок, что он все время что-то умеет, он знает. А то мы все, это плохо, это неправильно. Мы взрослые, правда, мы же с утра до вечера делаем ошибки. И делаем вид, что мы их не делаем. А вот их они, мы все время уличаем. Да я его спрашиваю, а ты как думаешь? А ты? Я его сразу включаю, что мне его мнение очень дорого. И оно мне действительно дорого, понимаете? А раз он становится... Он у меня соучастник урока. Они меня часто многому учат ведь. Понимаете, потому что они говорят такие слова, которые я уже, я не придумаю их. Выхожу один я на дорогу, сквозь туман кремнистый путь блестит. Ночь тиха, пустыня внемлет Богу, и звезда звездою говорит. Тиха, пустыня в небе.